В рекламе кубанский казачий хор не нуждается. Это всегда полные залы, будь то концертные площадки в России или за рубежом. И когда нашему городу предложили концерт в день рождения маэстро, Сочи воспринял это как подарок горожанам. У кубанского казачьего хора есть, ну вот на наш взгляд, целая история, связанная с нашим городом. И сколько блистательных просто страниц культурной жизни нашего города украшены именно присутствием на наших концертных площадках этого блистательного хора. Лауреат Государственной премии России Виктор Захарченко родился 22 марта 1938 года. И ежегодно в этот день, вот уже 40 лет подряд, артисты хора обязательно на сцене. 2 недели назад коллектив вернулся из турне по городам нашей страны, в результате чего попал в Книгу рекордов России. Мы проехали свыше 21 тысячи километров по всей нашей стране. Мы дали, значит, побывали в 24 городах крупнейших Российской Федерации. Мы дали 27 концертов за 37 дней. Значит, этот рекорд зарегистрирован, и все говорят, в книге рекордов Гиннесса, я говорю, нет, не американской книги, а в книге рекордов России зарегистрирован рекорд кубанского казачьего хора как самый длительный тур кубанского казачьего хора в России. Выступив с уникальной концертной программой в Сочи, коллектив начнет готовиться к новому юбилею. В следующем году 80 лет Виктора Захарченко. Запланирован юбилейный концерт уже в Московском государственном Кремлевском дворце. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.